раз и зовут Михаил Петров. Сегодня мы находимся у меня на даче и пишем вокал. К сожалению, гитары мне пришлось писать на своей старой квартире, но сейчас мы находимся на даче. Здесь я обычно живу. Собственно говоря, это вот наша комната для записи, которую мне купили мои родители. Они работают, между прочим, в «Газпроме». Слышь, Марк, а есть наушники другие? Тут просто правое ухо не работает. Виктор Цай. Виктор Цай! Здесь темп, допустим, там 250. Ну, условно. Блин, ну, темп не важен, здесь вообще же нисколько. Забей на мышку, мышка это шняга. Андрей, дай, пожалуйста, текст. Андрюха! Когда ты совсем отдыхаешь? Андрюх! Андрюх, дай, пожалуйста, текста. Что вы делаете, ребята? Извини, чувак. Я тебя хотел! Закончи квест! Ну а сейчас нам сохраняет материал. Миша поет. Это что, они нормальные, чуваки? Не изморозеванные. Ашкаль махала! Ашкаль махала! Ашкаль махала! Вот мы и приехали в Москву! А это кто такой? Я вас умасыну! В общем, сегодня мы едем в тур. Скоро начнется наша поездочка по России. Я бы что-нибудь сказал, но у меня ложный вызов. Аля. Стас бухал всю ночь. Приехал ко мне домой с перегаром. Я говорю: Стас, а есть ты хочешь? Он говорит: да, хочу. Я говорю: иди на кухню, там лежит гречка, курочка в сковородке. Хорошо. Прихожу на кухню, тарелка разбита, сковородка на полу, каша, блядь, по всей кухне, блядь. Вот так вот, блядь. Позвал друга поесть. Сковородка у тебя охуенная, что, блядь, сказать? Я заебал, ручка сломала. Чугунной сковородки, блядь. Человек у чугунной сковородки сломал ручку. Вот начало тура, блядь. У тебя дома, что ли? Да. Я ее взял, начал наколоть ковчик. Начал ломать. Я ее взял и начал ломать, правильно? Она просто отвалилась и все, блядь. Вот так вот. Ешь, лежит, весь раскиданный по полу, блядь. Упал нахуй, один пакет, блядь. Ничего даже не понял, блядь. Сука, дебил ебаный, блядь. И у вас даже нет подозрения, кто уронил этот пакет? Почему-то я об этом не подумал. О, блядь. Пиздец. А, стрёмная вообще. Какая милая собачка. Ты можешь ли? Мне охуенно неудобно. Застели колеса. Колеса с левой стороны. С левой. С левой, Марк, с левой.
Марк с левой стороны. Давай, едь, едь, Стас. Наша любовь берет тебе вернется. Ах, Марк, попасть бы на дискотеку 80-х Киеве, а? Вот, блин, вот я бы, вот ради такого я бы даже концерт проебал бы, да? Я думаю, можно будет дискотеку устроить. Чтобы, сука, на руки вверх сходить, блядь, на группу «Вирус», мою любимую, кстати говоря, вот не спиздеть. Ёбаный Стас. Иди нахуй, блядь. Ёбаный Стас. Поехали. Ёбаный Стас. Скажи Стасу что-нибудь. Чё? Жизнь-то удалась? Вот она, жизнь-то прекрасная. Глядя на этого человека, я понимаю, что жизнь прекрасная. Да, было. Ну, ты, кстати, очень странно постоянно так делаешь. Да, блин, фиг знает, как происходит просто. Ну, да, смысла я вообще не вижу. А ты что занял? Ну, ничего. Стас, ты чё? Опять нажал Стас. Эй, ты чё? Опять нажал Стас. Эй, ты чего голову пускаешь, Стас? Что такое? Где пиво? Пиво? Стас, хватит тебе, по-моему, пить. Стас, оно здесь. Стас, вон пиво. Стас, вон. Хочешь пиво, вот. Нашел. Ниже экрана. Выпей его скорее, Стасик. Не охуенно. Минус к минуску, а? Столица земли белорусской. Я тебя сейчас таким лицом пропитаю. Не, ну вот, приехали в Минск, а вообще он крут. Тем-то что, я ту лестниц. Вот у нас багаж на колесиках. Ну а как быть простым-то пацаном? Ну с района. Что вы думаете, как сегодня пройдет концерт? Не, ну мы в Минске как бы уже второй раз. Я думаю, пройдет неплохо. Первый раз вообще было чудно. Не знаю, что за клуб. Не знаю, что за клуб. Не знаю. С добрым утром. Вообще-то я 2 часа назад встал, Марк. Ну вот и снимай сам тогда. Не буду! Андрюха. Ляжёный ты. Ля. Ты рад, что с нами поехал? Француз, ты рад, что ты в этом играешь? Да. Не, ну ты рад. Да. Ты его действительно рад? А я... я вижу в глазах нотки сомнения. Ну, пару человек меня немножко бесит, но... Какие? Не. А я знаю. Какие? Стас Петров. Хорошо, давай. Не, ну... Только Андрюха нормальный, потому что с района все, да? Да. Красносельский. Наш чувак. Выпрямимся. Андрей. Андрей, не слушай его, не вставай. Вообще, ложись вон на раскладушку. Я... Нахуй, иди блядь. Нахуй, Женя, блядь. Я пошел с Мишей. Тихо, пизду тебя, нахуй. Я ж тебя любил больше всех, сука, а? Лужёного, блядь. Женщина ебаная, блядь. Пошел ты нахуй с такой. Руку, беги руку. Лубава. Беги руку. Да у меня болит она, блядь. Мы едем скоро, наша будет остановка. И мне очень клёво и так неровко. Отыграли концерт и было очень жарко. Спасибо всем, кто пришел, я вас помню, Сашка. С нами, сами Стас, который пьет пивас, курит ананас. Ебать! След, блять, от этого. Где? Не вижу на камеру. След от микрофона. Ты видел, кстати, у него шрам, смотри, у него от микрофона. От микрофона. Шрам. Ручку. Ручку. Блин, какая хуйная погода вообще. Блять. Давай, Беларусь, а?
Это моя новая девушка. Ее зовут Алевтина. Алевтина Трах. Что вы скажете, Алевтина Трах, о прошедшем концерте? Чё? Куда мы едем? Ну, короче, да, мы были в Питере, потом сели в поезд, познакомились с Костей. Костю чуть не забрали в винтовку, нас тоже, мы поели крабов. Все, приехали в Минск. Раков вообще, да? А не крабов. Крабов. Я хочу, чтобы это было все эффектнее. Ну, приехали в Минск, поспали. Выступили. Поспали. Проснулась гадюка, мешала нам спать, орала. Просыпайся! Просыпайся! И сейчас мы едем в Березу. Все. Стас, последний раз предлагаю себе выпить со мной водки. Нет. Водка, Стас, я и Хардбас. Стас, за Хардбас, давай. Пожалуйста, Стас, давай выпьем. Ну ладно, хуй себе. Я бы не понял. Бля, я бы Стас алкоголик такой, что ты чисто пиздец. Последний раз. А ладно, я чё-то нажрался. Как? Смотри, смотри на его рожу, смотри. Другой человек тоже. На пивка дорвался парень, да? А, кстати-ка, дорвался, молодец. Нет, просто... Ну, мне, ну, уважаю, уважаю. Уважу-ка, парень, респект. Добрался до пива. Молодец. Нет, играть нужно? Нет, потому что, блядь, наушники хуй еще лучше. Ладно, я обломался. Бери наушники, блядь. Да он время захаряет, значит. Ебок, блядь, нахуй. Чё так неожиданно, пиздец, значит. Причём мне на ногу ебанулось, блядь, чётко. Ну, короче, всех на хлеб, ты пал, ты. Плёшка моя, я по тебе скучаю, я тебя весьма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я вернусь, вернусь и ты узнаешь. Вот это вот всё, он сдушный уже, блядь. Спасибо, Марк, блядь, обломал кайф. Почему? Чё купай? Я баю вас. Стой, стой. Уёбывай. Я лечу! Тихо. Разорвал пакеты. Кому-то... Какие нажимать? Я не знаю. Что, бедка, что? Я все жал. Снималось все. Клипи глюкозы. Тихо, тихо. Андрей, все, подожди. Ах, Березонька, приехали! Трава зеленеет, сосы поют, птички поют, Березонька! Грибы! Эге-ге! Ах, красавица, жмите в гашеточку в пол, чтоб побыстрее, чтоб с ветерком гнать, а? Спокойно сидите, ребята. Очень даже спокойно. Все, пожалуйста. Эй, на, эй, на, 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 эй, на, 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 эй, на, 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 на. Это Мартукевич? Это кабриолет? Какое? Это золотое кольцо. Какое кабриолет? Ох, я люблю золотое кольцо. Знаешь, это Бабкина. Какая Бабкина? Кадышева. Что, как я мог забыть? Позор тебе, позор. Не быть ненавистак на белорусских, где солнышко-то светит и травушка-то зеленеет. Гном, хули тебе надо, гном, блядь, гном нахуй. Какого хуя я должен сидеть, гном, блядь. Гном, хули тебе надо, гном. Барышлава концерт. Вот здесь, блядь, вот здесь, блядь. Я думаю, этого хватит. Мы сейчас в Березе. Вот. С утра собираемся ехать сейчас в Брест.
после неплохой вписки в таком вот домике. Всех накормили, напоили, выспались. Вот. Сейчас вот идем на вокзал. Собираемся. Мы приехали в Брест. У меня вырос член. Парни, можно попросить? Сука! Просто блин, не ходить, все ходят, как люди, брать, до чего докатились? Цивилизации никакой. Цементом, а потом, блин, точили. Напильником. Точили, да. Че тащили? И просто кто-то начал. Камень. Цемент. О, смотри. Где наверху есть по-любому, блин. Клево здесь. Очень. Едем в Киев. Не пьем. Молодцы. Концерт был охуенный, все прыгали. Мама. Прямо как на концерте Макса Кавалера. Держимся хорошо, не бухаем. Пьем вместо водки и пива клюквенную воду. Охуенно вкусненькую клюквенную воду. Мама. Все, правда. Что за ты просила? Я не пью, я не курю. Я люблю тебя. Кушаю хорошо. Кушаешь там хорошо, сынок, хорошо кушаю. Что случилось? Что там, проблемы с документами? Иди к нам. Будет один очень, как потом увидишь на фотографии, где он вообще будет мерзкий. Кооперативная съемка. Привет, Саш, как дела? Хочу спать. Ну и где самый мерзкий ракурс? Самый мерзкий ракурс? Где такой петух, блядь? Ты себя уже снимешь, вот он, вот он, вот он! Мы сейчас в Киеве, вот, в очень красивом городе с приятными и грамотными организованными организаторами. Вот. Короче, сейчас начало первого дей-оффа, вот, завтра будет концерт, а сегодня мы развлекаемся, все делают, чё, кто чего хочет, то и делает. Чего ждешь от концерта? От концерта я жду море эмоций и слез, и червяков. Заблудились, ребятки. Заблудились маленькие. Еще и так, блядь, не думаю. Реально. Чё так? Видишь? Андрюх. Че реально сумка? Че Гевара? Че реально пошли сумка? Все нахуй. Сука, и наушники мои там лежали, а, блядь. А это Женя, наш герой. Здорово. Вот. Все, поля, которые перекрывают Wi-Fi. Все же сбись. Я не могу найти Wi-Fi здесь. Ты нашел Wi-Fi? Сейчас, еще не пробовал. Во сколько? О, нашел. Видишь, тебя ходит сюда. Пидор, ёпта, блядь, сидел тут нахуй, блядь, своими носками. Пидор, ногами разбил. Что это такое? Я Стас, позови, пожалуйста, Стаса. Подожди, я снимаю кино. Завтра мы мочим концерт. Сегодня мы отдыхаем вот на этой квартире у Жени, которая нас сюда к себе поселил на 3 дня. Вот. Сегодня мы отдыхаем, гуляем, завтра играем концерт, гуляем, послезавтра гуляем, 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 уезжаем и снова гуляем. Нет! Я не готов! Что вы можете сказать о прыщах?
Я могу сказать, Северо-Минск, ёпта. Нам пора. Андрюх, нам пора. Прыщи не ждут. Какая мерзкая скотина, блядь. Что там? Уёпт. Уёпт, ты надри, нахуй. Я же спал. Зачем ты показал мой ебаник? Спал 15 часов назад. Все. Хуй. Марк, тебе вкусно? А мне вкусно. А я, в общем-то, глядя на это, в принципе, другого и не ожидал. Ну и что вчера делали? Я рассказывал, как я убивал людей. Как его скидывали в палатке с гигантского обрыва в море. Как мы угоняли машину. Потом он вылазил, брал топор, просто срубал здоровенную березу. В смысле, это ты рассказывал или это ты делал? Нет, я рассказывал. Это я рассказывал про свое детство. Да. Я рассказывал, как мы крышевали бомжей. И как? С пистолетом. Вкусно. Что еще? Рассказывал, как я в ментовке сидел, блядь. Молодец, хуже сказал. Что еще рассказывал, интересно? Что, посмотри на Стаса, как думаешь, что он пополнил? Я думал, он уебок. Ну это понятно. Ну я делаю хуй его сказать. Харри, не смотри, у него же немного потолстело. Ну наконец-то человек начал есть, смотри, понимаешь? Я просто ем раз в полгода, понимаешь? Блять, какой полгода? Ты пиво слишком много пьешь, и вот тебе наконец-то это сказывается на твоей. Я пью пиво и вообще не ем, вот я начал есть. Лишнего Харри, жирное стало. Щеки, реально. И подбородок второй у него есть теперь. Блять. Мне тоже. Только ваше парень. Лицо надо поближе. А мое лицо уже не поближе. Я думаю, ты сообразишь. Аня, зажигай. Все, испортил, блядь. Жил был маленький гном. Жирненький, толстенький, гадкий. Давай. Да, давай. Пошла. Песня про Стаса. Охуенно, блядь. Жил был мерзкий алкаш. Ел он по вечерам говно. Я потратил все силы лишь на то. Что пища выглядит для сахарной хуеты. Ха-ха-ха-ха, добро. Напил рукава до локтя ниже. Подкачал свои мышцы, чтоб для тебя быть только пищей. Голова! Но я не учел, что одно мешало мне, когда увидела меня. Что же, блядь, я думал, ты сейчас падаешь. Да. Ведь ты мне... Скрупулёс! У меня фуркулёс! Копы в огне!
Ты страдаешь зря, чёрт копай все твои мечты. Только об этом не позабыла ты. Сосал, сука! Сосал, блядь! Сосал, блядь! Сосал, блядь! Это, блядь, опять попадет дневник моё там? Да? Опять здесь? Да! Опять? Андрюха, я его выебу! Такой урод! Андрюша! Давай, Андрюх, продолжай, продолжай! Ага, come on! She's one of those days, one more than one wake up! Everybody suck! Rip this up, watch it off! No, wait. Oi. It's just one of my days! So I'm reading this piece of bullshit! Бля! Счастье молчим, тихо! Города! Наша любовь! Вирус тебе не убьёт за мной! Порядки! The best I ever had.
Пить. Лучше вещение такое, сука, блядь. Дай что это? Пощечина Петрова! Дурак, спасаю, спасаю, Петрова, спасаю! Ты до сих пор боли не сделал, дурак, блядь, что ты делаешь? Дурак, блядь, ёпта, Борис, блядь! Блядь, страшно. Все, и что, блядь? И то, блядь. Не надо, нет. Ты на, вот ты на, вот ты, блядь. Ты потлач. Иди сюда, на. Ты ёбнулся, что ли? Охуенно, блядь. И вот снял и поехал. Так вот, Вася, едешь. Да блять, врубись, пиджей нажался, блять, какую-то хуйню творит, блять. Вообще поживали. Пиджей! Пиджей на тебе футболку мою, это мой ебаный. Мы на югах, Женек, пиздец. Ты заебал, блядь. Родина! Родина, мать! Ты заебал, Марк, блядь, снимать. Раз, блядь, за неделю достал камеру, ты заебал. Ты нас всех заебал, Марк. Снимаешь самый неподходящий. Они, блядь, куда поехали? Они-то куда поехали? Короче, сегодня ночью горела тачка. Целые две. Вот, мы немного были в ахуе. И Стас все это дело тушил своей футболкой, блядь, сделал куча ожогов, все намутил. Вот, и такое здесь вообще крайне редко бывает. С ожогами руки а все. Где у вас? Да, он там. Ну мне лицо не очень приятно, не надо. Ну футболку хотя бы покажите. Ну пойдемте, ладно. Мы из Питера. Андрей. Андрей. Я давай. Случайно, на самом деле, Андрей, не душни. Хорошо. А пиши, что было? Ну, было 4 утра, мы сидели в квартире, ну, отдыхали после концерта. Ну, бас, слышим взрыв, да. Выходим, а мы думали, что это наша, машина, ну и все взорвалось, ну вот прибежали и начали тушить. Стас, блядь, ты понимаешь, что ты сейчас тушил своей ебучей футболкой, которой ходил 6 лет, блядь, чужую машину, блин, ты понимаешь, ты герой? Тебе приятно? Голый, сука, герой, как Супермен, блядь. Я тебя все равно найду. Найду. Ау, ау, ау. Эй-гей-гей. Она не работает. Вот и все. Закончим песню. Спасибо, Тёма. В словах название выражает концепцию, что в современном обществе имеет эту тенденцию, что все непонятное, все новое, что находится в стандартной рамке, люди проще отвергнуть. Как-то, ну не знаю, чем попытаться это понять или принять. Именно потому, как это называется, это переводится в виду государства, дословно красота, проще, и другие прочие отвернуться от всего нового. Ну, Сергей, когда я придумал, она типа как изи-изи, как почти звучит. Да, изи-изи, вот так. Ты выбрал? Что?
Подожди, как пить? Присядь. На данный момент охарактеризовать свой стиль и вообще вот как бы образ. Кошечек. Блядь. Наверное, уже скорее заметил, что будет кошечек. Покажи, сейчас там было для игроков. Ну-ка, помогай. Ребята, вы стали свидетелями нового перехода на новый уровень. Группа Майотом выходит на новый уровень, блядь. И теперь группа Майотом катается не на душных плацкартах, на сидячих транспортах. В общем, мы ездим теперь в купе. Мамка, не дергай, нахуй, черный. Михаил Петров. И там нашли его, Макс Кавлера делал вот так. Кстати, Андрей, я сейчас говорю о тебе, а не о Марке. На удивление. Я понял. Хорошо, что понял. В общем, короче говоря, это просто самое шикарное, что я видел в жизни, вот, честно говоря. Вот. Родина мать, это просто обалденная красавица, здоровенная, нереальная. И только что мы вышли из самого огромного и самого красивого вечного огня, который я вообще видел в жизни. Это просто... Да, то, что у нас на Марсовом поле, это вообще просто ничто. А то, что в Новороссийске, это, пожалуй, можно сказать, что его нет вообще. Ну, конечно, у кого-то есть так для галочки, но как бы его нет. Зажигалочка. Такая, да, так просто. Маленький такой фаерстартер стоит и все. И сейчас мы идем обратно на квартиру и будем ухать. Смотрите. О боже мой, зачем ты это делаешь? Сейчас же 2 ночи, это же провал. DVD Майотом. Провал. Минимум провал вообще. DVD Майотом это провал. DVD провал. Провал то, что я говорю. Что провал? Провал то, что говорит Андрей? DVD Майотом провал. DVD Майотом? Ну-ка сними. Только что скажешь, что DVD Майотом это провал, да? Сними меня. Так вот. Я знаю, что тут материться нельзя, но я скажу. Стаса так не вот. Видно, потому что он с Новороссийского, вот и все. А, вот так, да, правильно? Видно, да? А теперь не видно? Видно, да? Так вот, DVD Майотом это не провал, это просто Андрей пиздобол. Кстати, я знаю, тут материться нельзя. Причем не Оверченков. Че ты тут одеваешь шапку свою? Мы идем в магазин. Какой магазин? Саратовский. Саратов магазин! Вам что, делать нечего, что ли? Мы тут, блин, в отеле сейчас тусуем, а вы в магазин собрались. Блин, вот это фигня, просто собрать же тучников, как бы, блин. Ты с Емолкова туда вообще, блядь. Отговаривай, туда. Тучки, мол, куда? Ты сам виноват. Вниз, куда? Сюда, в магазине? Ты будешь пить, ты выпить? Бутылочку выпить. Стас, где мы? На родине. Петушки. Мне как-то так нравится собачка такая. Наверное, взять ее с собой. Кошечка. А кошечка. Спать. 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 Женя и Стас. Если вы сейчас, блядь, не успокоитесь, мы переедем жить к вам, если нас отсюда выгонят. Сегодня вообще не следует. Да что, ебать? Что-то и заиграться. Человек, который не подписался под фразу «не бить по яйцам». Может, вы так... $1,000? 1,000? Я вчера пришел домой, сильно на рогах. Еле мог устоять на своих ногах. Весна пила я с утра, только не делись. Стол, серван, диван, заглуши, фанер, сервис. Как ты пахал, мужик, обносился весь. Нашу жизнь пробили коммунисты на гору. Так что бей ты, мужик, бей за всю хуйню. Нахуй себе дурки.
Алло. Я управдом. Открывай, сука, нахуй. Эй, гуляй, мужик, пропивай что ты. Как ты не пахал мужиком на сетя весь. Нам шуру справили, как унистый на тому. Как муравей, ты мужик. Поклонился, я тебе желаю, я тебе разобьем голову. Пару слов о парнях из группы Майотом. Парнях групп Майотом, панки ебаные, панки. Просто, блять, какие-то непонятные панкота. Все, на этом можно заканчивать.